Цена золота на лондонском спотовом рынке повысилась до $1613 за тройскую унцию, сообщает портал Capital.kz со ссылкой на аналитиков группы «Казахмыс». Банк Morgan Stanley прогнозирует, что золото сохранит статус убежища от рисков и может подорожать до $2200 за тройскую унцию. Наши женщины согласны с банкирами в одном – в золото точно стоит вкладывать наличность. Этим и объясняется спрос на изделия из драгоценного металла. Наталья Ушакова пришла на рынок, чтобы выбрать украшение. Цены неприятно удивили женщину, но отказываться от покупки она не стала. Женщина, если хочет ходить в золоте, 200-300 тенге для нее роли не сыграют. Между тем, владельцы ювелирных магазинов заявляют, в 2012 году цены на золото существенно не изменятся. У нас остались цены прежние. На 2012 год ожидается пока стабильность, не повышение цен. Ну, это так говорят экономисты. Наталья Сатиради решила не упускать возможность купить понравившееся кольцо. Цены выросли, а значит, покупка украшения – неплохое вложение капитала, считает молодая женщина. Ну, как бы цена дорожает, не дорожает на золото, поднимается, ну, хочется, все равно хочется. Золото золотом, но иногда и хобби может приносить неплохой доход. Так, Дэвид Рокфеллер к 92-му году своей жизни собрал коллекцию насекомых, которая стоит почти $3 миллиарда США.